Всем привет! Сегодня у нас 12 февраля 2017 года. Вот такая вот у нас темнота. Я уже поела с утра. Мы встали, даже не знаю во сколько и сколько сейчас времени. Но сегодня воскресенье, поэтому особо париться по времени не хочется. Вчера мы не снимали. Вчера у нас был такой вот отдых. Мы были в боулинге. Кто в Инстаграме там смотрит меня, может видеть видео. Были в боулинге, сначала гуляли в Оприленд, там, где джунгли в отеле. Потом пошли в боулинг, были с нашими друзьями другими, которые приехали к нам в гости и которые здесь живут тоже, собрались все вместе. Поэтому я не снимала, потому что не каждый хочет попасть в камеру. И да, покушали мы сейчас жареные яйца с беконом, с пиццей и чаем. Я аж пропотела, я всегда, когда пью этот чай, у меня аж пот такой. И знаете, что у нас как раз стало? У нас цветут деревья. Я покажу вам как-то поближе. Я уже вчера вам говорила об этом, но они вот за одну ночь так распустились, такие красивые стали. И что еще могу сказать? Я хочу сейчас привести себя в порядок, быть похожей на человека, накраситься. Но так потею, что ох, аж не хочется ничего. На улице очень жарко, наверное, больше 20 градусов. Даже не знаю, как одеваться. Ветерок все же есть, и время еще такое обманчивое, чтобы раздеваться. Не хочется болеть, но, короче, мы найдем выход из ситуации. Планы на сегодня такие: пойти, поехать в зоопарк. Я не знаю, если я буду снимать. Если мы одни поедем с родителями, то я буду снимать. А если с другими друзьями, то не буду, к сожалению. Но это же не первый и не последний раз, вернее, это первый и не последний раз мы в зоопарке, и поэтому не расстраиваемся, обязательно все увидят наш зоопарк, он здесь самый большой, походу, из этого штата полностью, самый большой зоопарк, но мы, короче, глянем и скажем вам отзывы для начала, а потом, если что, покажем, если там есть что-то стоящее. Ну а пока что я начинаю краситься.